все, что касается Новороссии, все, что касается ополчения, все, что касается нужд, тягот того края, это очень близко сердцу русского человека. Это обретающие определенные формы реальность, причем самые неожиданные формы, потому что доселе конфликтующие даже какие-то организации начинают на базе вот этой единой идеи, сама как самоорганизация нации, что ли, объединяться. Это и фан-клубы, и байкеры. Ну вот подумайте так с другой стороны. Байкеры участвовали, ну, реально участвовали в истории образования страны, то есть, ну, в присоединении Крыма, возвращении Крыма, то есть они заведомо будут вписаны в учебники истории. Это же нонсенс. То есть это социальная группа, это какой-то, ну, клуб, это раньше к этому всегда несерьезно. Это вот маленькое явление. Берем другие, у нас все партии с разными направлениями, там, которые раньше друг друга на дух не воспринимали. Сейчас идея Новороссии, идея вот этой борьбы Донбасса за свою жизнь, собственно говоря, за самоопределение, объединила все партии, то есть нет каких-то разночтений. Есть какая-то единая одна истина, ее надо придерживаться. Молодежь сейчас, вот дети, у детей появились герои. Новороссия дала нам новые сказки. Дети играют в Моторолу, дети играют в Стрелка, дети играют, ну то есть мы должны быть как нация благородная Новороссии за то, что она вот послужила таким прям толчком к самосознанию, к определению самосознания, да. За оборону Славянска. Воздаяние беспримерного воинского подвига, высокого гражданского сознания и патриотизма, проявленных воинами ополчения Донецкой Народной Республики при обороне города Славянска, приказываю наградить медалью за оборону Славянска следующих бойцов и командиров вооруженных сил. Бойко Юрия Анатольевича. Бойко Ивана Юрьевича. Волжанинову Елену Львову. Волжанинова Владимира Сергеевича.